Сегодня на территории лагеря «Изумруд» проходит 7-й слет молодых специалистов лесного хозяйства, отрасли лесного хозяйства, молодых работников. Это очень нужно, это очень важно. При поддержке профсоюза лесной отрасли собирают представителей практически из всей области, и леспромхозов, из лесхозов. И молодые работники здесь проводят интеллектуальные игры, обмениваются опытом, обмениваются практикой. Но самое главное, сюда мы приглашаем и руководителей ведущих предприятий лесозаготовительной и лесоперерабатывающих отраслей, и, соответственно, ветеранов. И получается, что ветераны и опытные старшие профессионалы делятся опытом уже и с молодыми, с теми, кто придет им на смену в ближайшие годы. Те, кто уже рядом с ними, плечо в плечо, трудится на делянках, трудится на бескрайних лесных просторах лесной области. И вот такая преемственность, такая последовательность крайне нужны и крайне важны, чтобы у нас не было профессиональных провалов в специалистах в нашей ведущей отрасли экономики.